Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет крутой шутер под названием Local Warfare. Это, ребята, онлайн шутер от первого лица, похожий на Counter-Strike. Я не знаю, на 1.6 или на CSGO, но, в общем, ребята, он похож на Counter-Strike. Давайте, ребята, зайдем в настройки, посмотрим, что у нас здесь. Графика у нас ультра и язык у нас английский. Вот и все настроечки. Двигаемся дальше. Режимы игры. Имеется обычный матч, где мы будем сейчас сражаться с реальными игроками, либо же с ботами. Также есть, получается, локальная сеть, где вы наверняка сможете поиграть с другими игроками, точнее, с своими друзьями. Имеются различные здесь ящики, которые вы сможете открывать, различные скины на оружие, то, что, в принципе, очень круто. Так, это наш инвентарь, ясненько, двигаемся дальше. Есть магазин, но магазин сейчас очень, в принципе, мал, чисто в ассортименте, потому что всего лишь 5 оружия здесь имеется, да? И вот, ребята, скины на оружие, ну ладненько. Вот еще магазин, ага, это донат. Ну что, теперь давайте, ребята, начнем играть. Также ссылочка на нее будет в описании, если вдруг игра вам понравится, качаем. Но не забываем также, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на канал и писать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну что, выбираем обычный матч, просто сражение, карта Расти, все загрузилось, ребята, вот так это все выглядит. Не забываем, графика у нас ультра. Так, здесь мы также можем настроить абсолютно все, как вам более-менее будет удобно. Давайте выберем это. Все. Во. Вот так будет получше, потому что, ребята, когда я играл первый раз, еще до вас, не снимая обзора, кнопочка у меня была очень-очень маленькая, и мне было не так уж и сильно удобно это все делать. Но сейчас кнопочка у меня очень большая, и, как видите, я сейчас буду всех уничтожать. Да, ребята, отлично. Все отлично. Есть также, ребята, кнопочка Jetpack, чтобы мы, типа, летали. Так, перезарядка. Так, другое оружие. АК-47, уничтожаем. Да, ребята, мы его убили. Это у нас, получается, бот. Так, это кнопочка, что у нас? Так, еще кнопочка стрельбы. Слева джойстик прозрачный, да? Точнее, вообще его не видно, когда мы отпускаем его. Так. Убиваем. Все, мы убили его. Перезаряжаемся. Кнопочка прицела, кнопочка для прыжка и вот кнопочка, ребята, джетпак. Ну, что-то он у меня не так уж и сильно хорошо работает. Ну, ладненько. Так, вообще, ребята, мясорубка здесь, если честно, происходит. Давайте поиграем до 200 секунд, да, и будем с вами завершать обзор этой игры Local Warfare. Так, двигаемся дальше. Игра, ребята, вышла очень давно. Я не знаю, зачем я ее вообще снимаю, такую старую игрушку, но прочитал комментарий о том, что она похожа на Counter-Strike 1.6, и знаю, что вам нравятся различные подобия на Counter-Strike 1.6, на GTA, и решил все-таки ее, ребята, скачать и вот заснять обзор, так как я на нее не снимал ни разу обзора. Ну, все равно, ребята, так, я не понял, что ты здесь стоишь? Это свой, да, или нет? Или он завис? Он завис или нет? Так, подождите, давайте возьмем другое оружие, эмочку. Ну, я что-то не пойму, да. Что-то он, ребята, умер аж через много патронов. Ну, ладненько. Уничтожаем второго. Это боты, я не знаю, где реальные игроки, где они вообще потерялись. Но, ребята, не забываем также о локальной сети. А, так. Ну, в игру я зашел с интернетом, так что как-то так. Ну что, 250 секунд и завершаем обзор, так как, ребята, времени у меня не так уж и много. Что-то я не подрасчитал это время, думал, эти секунды будут идти более-менее быстрее, но, как видите, очень медленно. Так, 250 секунд, завершаем обзор, ребята, я пошел записывать другие ролики, другие новые игрушечки, и нужно быстрее отправить своей команде, чтобы они, ребята, уже их выклали по расписанию. Вы все знаете сами, времени нет не так уж у меня и много, так что вот так вот. Ну что, ребята, это все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока!